Мониторинг проблем наместник премьер-министра Украины Анатоль Калинин провел в областном центре выездный прием громадян по особистых питаниях. Усяго 4 человеки записались на черговый прием до вице-премьера у Бресте. Отповедно и колькость хвалюющих питаний. Выделение земельного участка для будовництва жилья для шматдетной семьи, вырашение проблемы недохопа места в детских садках микрорайона Дуброка, увод в эксплуатацию жилого дома с пропановами по организации пассажирских перевозок, до наместника керуника урада звернулся директор троллейбусного парка. У Брестской области Анатоль Калинин гость частый, мониторинг проблем про диалог с населением веде регулярно. Тенденции, отзначая, назираются наступные. Зона критики у коммунальном секторе значно снизилась. Зона критики и тех вопросов и острота, она снижается. В каких сферах мы преуспели? Это вопрос ремонта кровель, стыков зданий и капитального ремонта. Комплексные системные вопросы в целом все решены. А индивидуальные вопросы, они были, и они, наверное, и останутся. Поэтому я считаю, что мы вот, в соответствии с требованиями главы государства сделали достаточно решительные шаги и навели должный порядок.